Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Магические напитки». Поехали. Так, у нас с вами почти 2000 монет. Давайте-ка что-нибудь приобретем полезное и вкусное. Так, ванночка, да? Это все, конечно, хорошо, но мне, наверное, нужно желтую ванночку улучшить. Вот так. Порции уже становится 9. Это меня устраивает вполне, более чем. Так, а что у нас по мебели? Колодец, куст, крыша, прилавок. А что дает прилавок нам? А, время комбо. Дорожка. Дополнительные клиенты 1. Несмотря на устоявшее мнение, по дорожке можно топать, но обутым. Это понятное дело. А кто же будет ходить разутым? Украшения и мебель. Украшения. А что украшения делают? Повышают вашу велп-репутацию. Странно. Бонус благодарности 10%. Отлично. И у меня остается совсем маленько денежек, но я что-то могу все-таки еще купить, оказывается. А что? Рекомендуется полка. Полка, ребята, это для наших новых бутылочек, да? Ладно, не хватает денег. Давайте зарабатывать. Что это такое у нас тут построилось? Что это такое? Не знаю. Сколько нам еще играть? Ой, елки-палки. Я думал, мы скоро пройдем. Ага, как бы не тут. Тут больше, по-моему, 30 будет уровней. Ну что же, поехали. Пиквуд, 22 уровень. Так, у нас улучшение. А, ну это понятно, это обратно меня. Не будем пока на это обращать внимание. Будем просто-напросто с вами играть. Цели. 10 клиентов обслужить. Ну, в принципе, это должно быть легко. Выкладываем бутылки. Естественно, рыбу. Этот парниша ничего не заказывает. Это очень плохо. Наши клиенты ждут своей очереди. Будет лучше, если мы попросим медлительного книгочтея подвинуться. Просто возьмите и аккуратно нажмите на него. Ага, понятно. Так, он меня отвлек. Он меня отвлек, действительно. Так, синее. Бантик, вот это все, держи. Так, нам нужен оранжевый напиток. Держи, девочка. Так, бутылочки. Адьюс. Так, здесь рыбку. И смесь соков. На, держи. Так, банка. Значит, нам нужно что? Синее плюс красная эссенция. Да я вижу, что ты недовольный. Блин, ему нужен еще и бантик здесь. На. Так, фиолетовый. Фиолетовый нектар получи. Книголюб, иди отсюда. Так, что там надо? Оранжевый, да? Простой. Окей, здесь нужен ему красный. Так, банки. Банки, ребята, обязательно банки. Не забываем про баночки, выставляем их. Да что ж такое-то? Коричневое тебе. Красное сюда. Отдаем. Блин, тут бантик пробка, не увидел, прости. Так, теперь этот недовольный. Что там нужно? Красный, синий и крышку. Не злись, главное. А здесь желтый. Фух, еле успеваю, серьезно говорю. Загруженность у меня по полной. Книголюб, иди. Не нервируй. Уйди. Тут клиенты у меня, и так, он стоит здесь. Значит, красный напиток. Еще один красный напиток. И желтый с крышкой. С пробкой, точнее, да? Окей, иди. Так, давай вот здесь с тобой восполним. Ну почему... А, бантик же. Держи бантик. Так, ему синий нужен с пробкой. Все. Так, ты не грусти. Давай, мы дадим синий ей. Вот так, для начала. Да что ты не... Ой, елки-палки, вот это я ошибся, ребят. Не надо было... Ей просто синий нужен, да? Ягодки у меня нету, к сожалению. Ей нужен синий напиток. Ой, как долго. Она злится, ребята, она злится. Сейчас, 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 успеем, нет? Успел, но она очень недовольная была. К сожалению, 2 звезды. К сожалению. Да, на последнем клиенте немножко сфейлился. 2 звездочки только лишь ждали. Ну что, удваиваем монетки. Как дела, Ноум? Ты выглядишь взволнованно. Да это все медлительные книгочтеи. Они трижды чуть не наступили на меня.
Вероятно, они читают очень интересную книгу, раз не замечают твою остроконечную шляпу. Я уважаю их жажду к знаниям, но не лучше бы их мучила жажда зелий. Понимаю. А пока что давай найдем тебе шапку подлиннее. Хе, я бы лучше снова стал человеком. Так, друзья, сколько мы с вами получим? 1000, да? 1000 монет. Зайдем к себе сюда и давай-ка что-нибудь улучшим. Вся проблема в заполнении вот этих вот самых ванночек, понимаешь? Очень долго мы это ждем. Но я хочу улучшить стол. Вот этот вот. Для слоеного зелья. Так, у нас 590 монет еще осталось. Ленточки. Ну давай ленточки еще улучшим. Цена на одну единицу больше стала. Все, больше у меня денег не хватает. И у нас Пиквуд 23 миссия. Играть. Пиквудские зелья 23. Так, нельзя утилизировать предметы. Вот такой вот у нас, ребята, условия. Так, что тебе нужно? Понял, слоеное, да? Слоеное, синее с желтым. Синее с желтым, лови. Так, книголюб, уйди отсюда. Не нервируй. Слушай, а тебе-то сколько зелий нужно, а? Ты посмотри-ка. Прям гурман какой-то. Тебе нужна рыбка плюс зеленое зелье. Я сделал оранжевое, молодец. Лучше меня ничего нету. Утилизировать, вы не забывайте, я ничего не могу, поэтому во. Все как раз удачно получилось. Так, ей нужен будет... Монетки заберем. Ей нужно с бантиком. Держи. Книголюб, уйди, пожалуйста. О, этому рыбку одну всего лишь. Отлично. Так, что... Да сколько книголюбов-то здесь? Значит, синее. Красное. Бантик, бабочка. И рыбку. Желтый нектар. Так, с пробкой. Лови. Еще один желтый, просто желтый, да? Лови. И черный, черный нужен будет ей, как говорится, и с бантиком, и с пробкой. Лови. Так, фиолетовый нектар. Да что ж ты будешь делать, а? Фиолетовый нектар, на, держи фиолетовый, на, тебе еще рыбку дам. И еще один фиолетовый. Держи. Так, этому нужен черный нектар. С бантиком. Держи. Рыбку выложим. Три рыбки нужно. Это проще пареной репы. Держи, браток. Хеллоу. Что у нас тут? Оранжевый нектар богов. С удовольствием вам дам. Лови. И плюс тебе красный нужен с пробкой, да? Все дела. Тебе нужна рыбка плюс многослоечка. Как скажете, многослоечку я вам устрою. Книголюб, иди отсюда. Ну, уйди, говорю тебе. Друзья, не успел, да, обслужить? Но две звезды получил я все-таки. А непонятно, вроде бы как бы все были довольны, да? Все как бы у меня было хорошо. Почему мне так две звездочки только лишь дали? Покажите мне общую сумму 736. Кстати, мы с вами хотели посмотреть, что у нас за работники появились. Вот, например, ниндзя. Что она вообще делает? Удвоитель зелья, а точнее... Удваивает стоимость продажи первых трех зелий. Так, мастерство эссенции. Уменьшает время производства эссенции на 20%. Ага. Я вот сижу и думаю, может быть нам убрать Лиззи и поставить ниндзю. Но тут есть еще и Мурадин и Диджей Рик. Он вышибала. Не дает 5 медлительным книгачеям и варюгам попасть в ваш магазин. А, вот что. То есть он их выгоняет. Хм. Слушай, заманчиво на самом деле. А Мурадин у нас что делает? Увеличивает количество запасов каждого предмета на 6. Внимание, это влияет только на предметы с характеристикой количества запасов. Автоматически восстанавливает запасы всех предметов. А, то есть если у нас заканчиваются бутылочки, он их сразу же сам восстанавливает. Ох, да, выбор, конечно, тут есть. Мы, кстати, с вами можем здесь забрать кое-что. О! Задание людей и задание клиентов. Отлично. Забрали наш реворд, и у нас 1000 монет. Давай-ка что-нибудь себе еще улучшим. Например, насос.
чтобы быстрее, как говорится, набиралось зелье у нас. Так, сколько еще? 526. То есть я могу... могу синий насос еще прокачать. Отлично. Ну что, друзья, давайте попробуем еще. Еще. Видишь, у меня есть вот эта вот девчуля. Она не дает мне рыбу, как говорится, испортить. Пережарить или еще что-нибудь, да? Этот у нас время тянет. А для того, чтобы третья ячейка, мне нужно улучшить алтарь. И там, по-моему, 36 гемов нужно, а у меня всего лишь 17. Пикутские зелья, уровень 24. Поехали. Сразу же, сразу же. Так, что тут? Подождите, пожалуйста. А вот это уже сложнее. Оранжевое с желтым слоеное зелье. Но вы не можете смешивать эссенции в слоеных бутылках, поэтому сначала используйте обычную бутылку. Давай, смешайте красное и желтое для получения оранжевого зелья. Ну, давай. Так, теперь возьми оранжевое зелье и перемести сюда, да? Понял. Вот так, я уверен, что дальше ты справишься самостоятельно. Пока. Да я уже понял. Вот вы... упыри. Да, сложнота подкатывает с каждым уровнем. Просто-напросто. Ой, сейчас начнется. Ну, что тебе нужно? Так, оранжевый напиток. Ну, это... это хорошо, это легко. С пробочкой, да, тебе нужно? Держи. Желтый. Так, ему нужен синий. Или это фиолетовый? Блин, так... подожди, что это за напиток, ребята? Я не знаю. По-моему, это фиолетовый, да? Ой, намудрил, намудрил. Держи. Немножко растерялся. Так, синий. Это фиолетовый, да? И желтый, по-моему, так вот. Ему нужна рыбка. И красный, красный нектар. Держи, красный нектар. Плюс фиолетовый. Блин, с этими банками. Да ну подождите, ну что вы? У меня же тоже не 1000 рук. Вы же должны... блин, бантик нужен ему. Так, тебе рыбка, тебе тоже рыбка. Фиолетовый. Не злись. Не злись, я сам злой. Оу, не, пришла. Ну что, ей нужен красный и зеленый. Самое плохое, что я забыл, как делается зеленый нектар, блин. Две банки утилизировать придется. Ребята, это, по-моему, фейл. Это фейл. Так, ей нужен красный и синий. Плюс крышка. Да. Зеленый. Этому рыбку хотя бы отдадим. Ребят, это мой первый фейл. Так, здесь нужно красный и зеленый. Ну, я растерялся на самом деле, поэтому меня можно понять. Так, синий. Держи. Плюс рыбка. Что, тут нужен оранжевый. У меня с бутылками, как всегда, засада. В самый неподходящий, блин, момент. На, держи свой коктейль. Так, тут оранжевый еще нужен. Давай пока сделаем, наверное, оранжевый. С бантиком ему, понимаешь ли. Так, здесь... зачем мне зеленый коктейль? Я не понимаю. Отдадим. Бутылки, бутылки, срочно бутылки нужны. Так, держи. Монетки заберем. Просто, да, и красный. Держи. По-моему, я фейлюсь просто, ребят, на глазах. Оранжевый держи. Тут просто красный. На. Так, этому нужна рыбка, отлично. Далее. Синее зелье, держи. Тут две рыбки. Плюс фиолетовое. Не то сделал. Сделаем зеленое тогда. На. Так, тебе нужно фиолетовое зелье. С пробочкой. На. Так, этому нужна рыбка и синее зелье с пробкой. И с бантиком. Держи. Желтое, вижу. Два желтых, да, тебе? И с пробочками, ну, все дела. Окей. Так, здесь у нас зеленое зелье. Раз. И синее. Пробку, про пробку все время эту забываю. Тут нужно красное и бантик. Друзья, по-моему, я сделал это задание. Господи, оно было сложным до пупения. Но я справился, да? На три звездочки, как ни странно. Ух.
Я же немножко употел. Я получил новый уровень. А, не я, не я. Это у меня доктор кто получил? У него мастерство терпения теперь стало 8. Я думаю, что это отлично. И сколько мы заработаем? О, 858 монет у нас с вами есть. Давайте тогда с вами что-нибудь быстренько улучшим в магазине. Например, красную ванночку. На 9 порций. Шикарно. Ой, сколько же нам еще тут пыхтеть до уровня? Или что это такое? Я не знаю, ребята. У нас вот, по-моему, да, уровень. А вот это вот корона, что значит, пока не пойму. Ну что, переходим с вами на 25-ю миссию. Конечно же, играть. Пиквудские зелья 25. Обслужить. А, выдать 25 напитков. 25 напитков. А рыба не считается как напитки, да? Что там? Нужно ей желтые коктейли разных видов. Лови, дорогуша. Ага, hello. Так, тебе нужно вот так вот все оформить, да? Индивидуально. Держи, роднуля. Так, тебе нужно два красных и желтые с зеленым. Какой гурман-то тут наш. Еще и с пробочкой, понимаешь ли. Держи. Так, тебе нужен фиолетовый напиток и просто желтенький напиток. Сделаем, красотка, сделаем. Так, уйдите, книголюбы, уйдите. Читайте на улице. Так, подожди, слишком спешим. Так, рыбку. Так, тебе рыбка. Блин, ну что ж ты будешь с этими... так, держи. Держи. Так, и нужно синее с красным. Отлично. Так, здесь нам нужен фиолетовый. Фиолетовый, конечно же, напиток. Лови. Так, две рыбки. Две рыбки. Тут два оранжевых коктейля. Два оранжевых коктейля. Держи, тебе один. Так, здесь нужен фиолетовый. Да, господи, ну не плачь. На, рыбку, иди. Тут нужен еще и красный коктейль. Я, кажется, запариваюсь, ребят. Я, кажется... Блин! И синий, да? Держи. Такой злой прям, я ж не могу. На. Злиться мне еще тут, понимаешь ли. Книголюб, уйди отсюда. Так, здесь нужен красный и оранжевый напиток. Красный и оранжевый. С бантиком, понимаешь ли, ему тут все дела. Так, фиолетовый. Фиолетовый обычный. И что там еще нужен? Фиолетовый. Тьфу ты, что я сделал? Я сделал не то. Так, нужен красный с фиолетовым ему. Вот так вот, лови. Книголюб, уйди, не мешай. Здесь нужен бантик. Так, и синий коктейльчик сейчас добавим сюда. На. Две звездочки всего лишь получил я. Друзья, ну, тем не менее, прошел я этот уровень. Ой, у меня, знаешь, я вот действительно как по зоопарке. Мне только барменом сейчас идти и работать. Молодец, Рэй. Так быстро освоить слоеные зелья. Навевает воспоминания. Помнишь, как мы делали из 7 слоев? Помню, о чем мы тогда думали. Они были странными на вкус. И не говори, впервые меня рвало настоящей радугой. Это звучит очень впечатляюще. Может, мы сделаем такое зелье для Рэя? Давай. Нет, спасибо, мне не надо ничего такого делать. Ты просто представь в голове из 7 слоев напиток. Это офигеть можно. Так, ну что, мы можем с тобой еще что-нибудь улучшить. У нас 928 монет. Давай-ка что-нибудь прокачаем. Эссенцию можем, да? Желтый насос. Кстати, я хотел прокачать... О, блин, на полку не хватает. Давай тогда бутылку, наверное, да? Цена. 4 монетки. Окей. Все, все деньги потратил. Причем так быстро. Пиквудские зелья 26. Так, 9 сердечек. Не успел почитать, что там. 29 сердечек, тут что-то еще. Так, ей нужна рыбка и оранжевый напиток. Оранжевый напиток нужен слоеный. Держи, тебе двойной. Так, книголюбы, уйдите отсюда. Так, теперь нужен зеленый. Тоже двойной. Смешиваем. А ион мы отправили. Так, что у нас тут? Фиолетовый теперь нужен, фиолетовый. Иногда бывает, что забываешь, как делается фиолетовый. Да что же я сделал-то? Ой, дурила деревянная. Ой, дурила.
Так, что тут у нас? Синий напиток, просто синий напиток, да? И черный. И черный, ей нужен. Так, синий напиток с пробкой. На. Книга Люпуди, не мешай. Так. Блин, да что ж ты будешь делать-то? На, на, на. Так, ему рыбка. Ему рыбка, коктейль. Ай-яй-яй. Коктейль синий плюс... Ого! С чернинкой? Ну ты, парень, да, ну ты даешь. Так, книга Люба, вы действительно уже достали. Просто меня одолели. Так, черный напиток. Это я сейчас замутю. Да-да-да, на, держи. Так, срочно рыбку. Теперь нужен зеленый коктейль. Так, зеленый. Вначале зеленый. Так, подожди, подожди, подожди. Давай вот этого отпустим. А теперь фиолетовый. Да что ж ты будешь, тебе красный надо ждать. Так, на-ка, пока рыбку. Ему нужно с пробкой. Ой, да что ж я сделал-то? Ой, друзья, вот это да, вот это я запарился. На. Так, нужен теперь черный коктейль. Один, да? А здесь нужно три рыбки. Я отдам. И еще один черный коктейль. Обычный. И последнюю рыбку. Одну звездочку, всего лишь одну звездочку получил. Ну, я на самом деле растерялся почему-то. Очень сильно, на самом деле. Вот, видишь, тут за 11 сердечек, а тут за 13. То есть я не успел сделать. И зарабатываем мы с вами, ага, 852 монетки у нас. И 22 гема. 22 гема, ну-ка посмотрим с тобой вот это вот. 36 нужно, чтобы улучшить нам алтарь. Вот такие вот пироги. Что это у нас? Так, погоди-ка, а, мне не хватит, да? Пробки, бантики, стол. 740. Давай. А, вот три баночки у нас, да, появляется. Отлично. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы с вами закончим серию. Мы обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. Тут уровни-то, кажется, да, всего лишь вот один, это второй город, третий, четвертый, пятый. Но в каждом из уровней очень много миссий. В принципе, нам хватит этого с головой. Поиграть, повеселиться. Ну, а с вами был покорный ваш бармен Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачки вам.